Бывшая конгрессвумен Габриэль Гиффордс сегодня неожиданно появилась в Сенате на слушаниях, посвященных законопроекту о контроле за распространением оружия в США. Гиффордс была тяжело ранена 2 года назад во время выступления в городе Тусон. 22-летний Джеред Лафнер, признанный позже невменяемым, открыл стрельбу по толпе, убив 6 и ранив более 10 человек. Сегодня на Капитолийском холме сенаторы заслушивали показания Гиффордс и ее супруга, бывшего космонавта Марка Келли, перед тем, как приступить к обсуждению поправок в законодательство об ограничении продажи оружия. Обратившись к сенаторам, Гиффордс напомнила о расстреле зрителей в кинотеатре «Аврора» в Колорадо и расстреле детей в школе Сэнди Хук и призвала законодателей действовать без промедления, не затягивая принятие законопроекта.